Привет всем зрителям канала Див Кладоискатель. Очередная весть с полей от меня. В таком месте нахожусь. Сегодня жарище, но ветрено. Решила вот отдохнуть немножко. Я уже еду домой. До этого я была на месте старенькой поселушки. И, значит, что я там нашла? Показываю. Ну, самое, что вот мне попалось. Такое вот интересное. Такая вот иконочка маленькая. И вот такая вот штучка. Вообще такая симпатичная. Жаль, что погнутая, медная. Вот. Какая-то мадам носила. Потом, значит, там попалась мне такая вот пряжечка какая-то, видно. Еще блестит. Пуговица с буквами. И вот мне интересно, как вы думаете, что это могло быть? Тоже нашла на месте хаты. Такая интересная штучка. То ли какая-то подвеска была. Вот кто знает, напишите. Ну, а так подсветнение тут. Вот эта фигня постоянно попадается. И вот на этом поле я вот зашла недавно и нашла такое колечко и монетку. Это поздний советик. Земля его не пощадила. Вот как-то так. Вот это я почищу. Выгнуть, конечно, не получится. Жаль. А так она он еще вполне себе можно носить. Вот так что. Ну, пишите. Что это такое? Медное. Ой, классно. Но надо уже ехать домой, потому что я сегодня уже с 5 часов на ногах. Надо бы уже и отдохнуть. Все, ребята. Всем удачи. Кладуху под катуху. Пока.